Разбросанные листы учебников и сменная обувь сиротливо лежат на снегу. Все эти ужасающие детали напоминают о страшной трагедии. Накануне неподалеку от станции «Стальной конь» в Орловском районе под колесами поезда погибла 12-летняя девочка. Поезд «Санкт-Петербург-Белгород» следует на этом участке дороги примерно в 15:23. В это время вчера и произошла трагедия. Девочка переходила железнодорожные пути в неположенном месте и была при этом в наушниках. Если слушать их на большой громкости, не смотреть при этом по сторонам и быть в капюшоне, поезд можно не заметить. Обычная картина в таких случаях, а случаев ого-го сколько. Наушники, музыка. И не удивлюсь, если был капюшон на голове. Не услышать, не увидеть и не почувствовать, при этом находясь на ЖД-путях. Это пи***ц, товарищи. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, подала светозвуковые сигналы. Однако расстояние до полной остановки поезда было недостаточным. Как показывает машинист, что было 2 человека. Будем заниматься поиском, установлением второй девочки совместно с уголовным розыском. Уважаемые родители, хотелось бы еще раз обратиться к вам с просьбой объяснить детям, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Нахождение в ней на железной дороге в наушниках и капюшонах недопустимо. Убедительная просьба – проведите, пожалуйста, еще раз беседы со своими детьми. Сегодня на месте происшествия установили знак, запрещающий проход. Однако альтернативных путей перехода поблизости нет. Люди рискуют жизнью и продолжают переходить в неположенном месте. Юлия Сабельникова, Арсений Куликов, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной».